Пожар в одном из корпусов бывшего санатория «Красные зори». К месту оперативно прибыли пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Около половины 10 вечера на территории бывшего санатория «Красные зори» произошел пожар. Сейчас горит корпус номер 5. Его второй этаж полностью объят пламенем. Из-за того, что строение деревянное, пожар очень быстро распространяется по зданию. На месте с огнем борются около 8 пожарных расчетов. Местные говорят, что таким образом, возможно, решается вопрос застройки нефункционирующего заведения. Пожарники быстро приехали. Служба работает неплохо. А вы видели, здесь какие-то люди ходили вокруг этого здания? Здесь постоянно кто-то ходит. И бомжи живут, и посторонние бывают. Не знаю, там, наверное, просто идет борьба за эти красные зори. Наверное, это все одно к одному. Уже ближе к 11 вечера пожар удалось локализовать, но на полную ликвидацию огня у пожарных ушло больше 3 часов. По предварительной информации, пострадавших нет, причину пожара установят эксперты. Уже сегодня с утра пожарные приступили к разбору сгоревшего корпуса. Они демонтировали уцелевшие конструкции второго этажа. Тем временем полиция занялась расследованием факта возможного поджога. Напомню, что это не первый пожар на территории санатория. Последнее крупное возгорание произошло в ноябре прошлого года. В недавней сессии депутаты проголосовали за разработку проекта землеотвода участка, где находится санаторий. Здесь планируют возвести жилой комплекс.